ни в какую тему не вписывается. Нормально. У меня все как обычно. Отовсюду понемножку. Просто последнее так то, что. Не, и хотя есть. Давай я вот сразу. Давай. Ты про любовь помнишь? Женщина любви, женщина любви. Я про любовь. Вот у меня такой есть. Совет мужчинам называется. Чтоб миновала вас беда. Это совет мужчинам. Чтоб миновала вас беда, обиды, боль, измен, зараза, любите женщину всегда. В неделю минимум 2 раза. Все, дальше я уже подряд прочитаю, просто это будет тема. Да. Очень спорно. Я хочу 3. Это для круглого стола. Это для круглого стола. Обсудим это, да. Но для круглого стола. Но тема, я понимаю, круглый стол. Сколько раз в неделю надо любить женщину? Да, пожалуйста. Ну, с этого начнем. А побольше нельзя? В общем, первый голос за 2 раза. С другой стороны, пожалуйста. Был подан. Я не знаю, кто сколько может. Продолжаем. А что вы сейчас скажете? О любви к родине. Ну, что вот такое вам дают? Я не тоже. Страсть к отчизне нас погубит. Нету места тут вопросу. И она нас тоже любит, только иногда без спроса. Ну, это вот случай Михаила Яковлевича. Его полюбили без спроса. Это опасение. Это так, мой взгляд в будущее. Иногда накатит что-нибудь, если на дворе стоит весна. Стариной так хочется тряхнуть, но, боюсь, отвалится она. Не умолчай. Да ладно, подошел. Молодец. Давайте. Это о заботе о ближнем. Стараясь в ладу быть с собой и Всевышним, и зная, что в жизни важнее всего, я часто страдаю заботой о ближнем. А ближе меня у меня никого. Нашего этого Баруха говорит о себе любимом. Не, ну я-то в шутку. Серьезно. А он всерьез о себе любимом. Если я сам не позабочусь о себе, то кто позаботится обо мне? Это такое немножко философское такое. Жизнь подвластна всяким гадостям, и невольно замечаешь, что, привыкнув к мелким радостям, незаметно сам мельчаешь. Да. Актуально. Да. Да? Точно. Пах. Здесь ничего нового нет. Нет, понятно, что ничего нового. Камень с души. Погас внутри тревоги пламень, случилось все, о чем молил. С души упал тяжелый камень, но сразу ноги отдавил. А КПСС? Да, я работаю, у меня там подруга по работе, она член КПСС, причем с большим стажем таким. У нас постоянные споры. Израиля? Нет. Да, что еще того. Когда бы бесцельно не тратили слов, конечно, не прожили бы жизни напрасных. Жаль было у партии мало мозгов, а вот членов было и много не рано. О Гринписе. Значит, да, бочку покатил. Почему? Членов партии. Не КПСС. Гринпис с собой забил эфир. Я тоже увлечен процессом, и я люблю животный мир. В тарелке чтоб, под майонезом. Откуда такое? Вот из Пушкина. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем.
И пусть она вас больше не тревожит. Восьмой виагры я уже не съем. Твердить я не устану впредь, и повторять я буду вновь, что регулярный секс иметь мы все придумали любовь. Вот она любовь. Ну вот это последнее, нет, предпоследнее. О себе скажу нескромно снова, что по жизни я не пустобрех, и понятен многим с полуслова, некоторым с буквы, чаще с трех. И вот этот последний просто я уже буквально сегодня вот. А что крупное ты произвел? А это нет, это нет. Это в НАТО? Это проза, нет. Это другой. Это врачебное. Да ты не сердишь. Это к празднику. К любому празднику подходит. И к Новому году. Да. Можно даже налить вот так. Вот наступают минуты приятные, злые заботы подальше гони. Здравствуйте, праздников дни благодатные. Здравствуйте, печени черные дни. Ну, на этой. Сегодня по телевизору сообщили в Москве. Шалтаю свою работу.